Приветствую, товарищ, на просторах моего скромного YouTube-канала. Канал Ксин, и это продолжение воскрески. В этом летсплее я не буду ничего комментировать, так как в этом нету надобности. И на этой ноте я замолкаю. Приятного просмотра и всем пока. Четыре совещания. Как проходит совещание? Я говорю, любое здание хаотично, которое мне надо привести, обеспечить безопасность в этом здании, продержаться 2 минуты. На своей, то есть территории, на своей половине, мы должны провести 3 совещания по 2 минуты в 3 зданиях, любых, в которых я скажу. И одно здание 30 секунд на чужой территории. То есть зайти на чужую территорию. Рез также без ограничений, просто Аллах. Играем опять же по времени. За 15 минут надо провести 3-4 совещания. Как происходит спецсовещание? Я скажу в здании, да, если я понимаю, что охрану обеспечили, я включаю секундомер. Со мной должен быть всегда человек с командой. Если человек выходит, время останавливается. Если безопасность не сделана в здании, да, прилетит граната или еще что-то, я там не вижу. Вот. Если меня убивает противник, я останавливаюсь, поднимаю руки, да, говорю, что я убит. Чтобы провести следующее совещание, команда, которая проводит, должна привести меня на резку. Обновили, снова продолжаем выполнять задачу. В этот момент, когда я убит, меня может захватить команда противника. Отвести, соответственно, свою половину в здание, вот самое по центру, когда лестница спускается, второго этажа, центральное здание. Соответственно, туда мне отводим заложников, там удерживаем. Ну, задача, соответственно, противника взять заложники, чтобы не успели провести ни одного совещания. Из заложников мне также можно стырить, привести сюда, обновить и проводить дальше совещание. А, то бишь, если мы тебя с ихнего совещания забрали, все равно к нам нарезку надо завести. Потом уже мы тебя ведем по своей территории. Если я попал в заложники, вы меня с заложников забираете, приводите на рез, обновляете и ведете на совещание. Все ясно. Еще. Костян, иди мертвяк. Я понял.
Так, ты кто? Извини, братан. Ей-богу, не... Попал, да? Попал. Окей. Я знаю, я видел. Да. Прости, братан. А, убил! Ну вот чё. Я твою мать. Проходи, проходи. Все, что ли? Да. Ебать, отец. Около меня. Бля, я нихуя не вижу. На дайте угадаю, последние 10 минут мы... Я нас найти не могли. В смысле, я там, блядь, на втором этаже падил. Отбегай, мне два. Мы позицию меняем. Знаешь, у меня минус 50, я думал.